Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем слушать новую песенку Шайни. Трек называется «Подонок». Разве па? По. Па-по-по-по-по. Или что-то другое. Ну, друзья мои, напоминаю вам о том, что сейчас мы в основном слушаем песенки, которые проходят через наш телеграм-канал, где мы голосуем за и старые песенки, и за новые песенки. Вот, и как бы там наибольшее количество, вот, решается судьба тех, что мы будем слушать. Конечно, иногда мы выбираем что-нибудь свое, но все-таки, мне кажется, основная масса у нас проходит через голосование. Поэтому приходите туда и голосуйте вместе с нами. Ну, а мы будем слушать Шайни «Подонок». Я подонок фэшн. Хаваю диски, как будто я PlayStation. Ты не видел дел, в которых я замешан. Только в архивное дерьмо я весь увешан. Пропирки хотят со мной на студио сэшн. Зависим кэшом, я под текстом пешен. 5.3 депрешн. Второй год я фрешман. Ты где-то между. Зависть, сука, нежен. Снимай одежду. Подобие, но я мужик больше не. Дорогая походка, на мне баленцири. Мы ебались лишь раз с тобой, как он нахуй жених. Самый спокойный в жизни, но когда на сцене пси. Знает Шайни, знает мой ник. И рассылка меня любит, она хочет сняться в клип. Утром забрал налик, вечер у меня в пути. Бери все, что хочешь, с утренны, ведь это твой мир. Гайарди, плиз. Но не влюбись. Она знает мое имя, знает, я сиял на ней. Я подонок фэшн, да я трачу лям на аутфит. Я подонок фэшн. Хаваю диски, как будто я PlayStation. Ты не видел дел, в которых я замешан. Только в архивное дерьмо я весь увешан. Пропирки хотят со мной на студио сэшн. Зависим кэшом, я под текстом пешен. 5.3 депрешн. Второй год я фрешман. Ты где-то между. Здесь, сука, нежен. Снимай одежду. Друзья мои, значит, ничего удивительного. Вот понимаете, вот песенки, они должны удивлять. Должен быть какой-то изюм, когда ты послушал песенку новую, очередную, ты понимаешь, что-то здесь другое, что-то тут изменилось. Или ты как бы во своем стиле, но чем-то удивил. Вот, значит, вот подонок Шайни меня вообще ничем не удивил. И это большая печалька, друзья мои, потому что... Песенки должны удивлять, должны восхищать, должны, ну, как бы радовать и много чего еще. Ну, давайте, значит, что там у нас по тексту? По тексту все одно и то же. Он, она и что там, и механические отношения. Вот, поэтому по тексту 5 баллов. Ну, по музыке, если, конечно, не сильно придираться, то, в принципе, музыка была достаточно мелодичная. На 7 баллов. Вот, поэтому, ладно, музыка 7 баллов. Ну и атмосфера. Атмосферы, вот, меня вот этот стиль раздражает, поэтому, как бы, атмосфера всегда ломается при этом стиле. Поэтому 6 баллов поставлю за атмосферу. Ну, просто потому что музыка, конечно, она, во-первых, там очень плохо было слышно, слышно было текст, и это хорошо. Вот, но все же, было все равно понятно про что, и поэтому, ну, как бы музыка вытягивала иногда ситуацию. 18 мы делим на 3, получается 6 баллов. Ну, мне кажется, неплохо для такой песенки. Мне кажется, я даже немножко завысила. Но, в принципе, ну, такая молодец, поставила хорошую оценку. Всем пока!